Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить The Outer Worlds. Уже фиг знает какая серия, но если вы на нее наткнулись только сейчас, то рекомендую начать смотреть сначала. Ссылка на первую серию есть в описании к этому видео, либо вот в верхнем правом углу ссылочка появлялась. Мы сейчас находимся в Фолбруке. Лазаем по всем этим... тут еще куда-то мост, кстати. Ходим по всем домам, может, нам дадут побольше квестов. Так, ну сюда мы вроде как заходили, я так понимаю, в эти... Блин, я что-то подзабыл с прошлого. Пушки, пушки, боеприпасы. Так, давайте поговорим. Dry goods come 75% guaranteed mold free. Or was that 75% mold free? No rubbernecking. Make a buy or move on. Ну давайте поторгуем. Посмотрим просто, что тут есть вообще. Броня какая-то фиговая. А давайте все починим. 543, ничего себе заплатил. Так, ладно, у этой что? Кто тут самый главный? Town Sublight owned and run. Caters to a variety of clientele. The one you want to avoid pissing off the most is Catherine. Prove bad for her business, and she'll kneecap you without a second thought. Ну да, с Кэтрин нам надо поговорить в любом случае. Город выстроен внутри горы, такой нечасто увидишь. Do I look like the city planner? I wasn't exactly consulted on the blueprints when Catherine started building out Fallbrook. But now that you mention it, I reckon she had her reasons to hide us. От кого? На монархии ведь не действуют законы. We got smugglers, outlaws, mavericks, and Byzantium socialites flying in and out of Fallbrook all the time. Why openly spit in the board's eye? Тоже верно. Take it you're one of them yourself. Well, if you don't learn nothing else about Fallbrook, rest assured on this much. Your bits are always good with me. А, давайте глянем, что она продает, короче, оружие, тот мужик продает броню, я так понимаю, да. Ну ладно, ничего, это особо не буду продавать, квестов мне не дали никаких, давайте глянем, что сверху. Воровать нечего, скрывать тоже нечего, ничего у них тут спрятанного нету. О! Какой-то... Можно плакат украсть, я так понимаю, но... Он какой-то пистолет делает. Смысл мне в пистолете. Мне вот какую-нибудь винтовочку бы крутую. Снайперскую. Вот это я люблю. А пистолеты как-то не по мне. Так, ладно. Значит, оттуда я, по-моему, пришел. Что туда ведет квест. Да, сюда я иду. Поэтому давайте просматривать тут здание. Громила. С этими мы не разговариваем. Тут что? Посетитель. Красть ничего не будем. В принципе, у нас тут со всеми и боеприпасами, и с оружием все круто, поэтому как-то желания чисто воровством заниматься особо нету. Вот если я найду какую-нибудь закрытую... О! А что это я тут выполнил за квест? Выследите... Так, опять завершенные открыты.
Пустышка, ага. Это у викария. Викарий мне дал задание. Выследить ученого, который сказал о запрещенных записках Мбекона, чтобы перевести текст. Макс говорит, что если ученый в последнее время появлялся на первопроходстве, то его можно найти. Ага. Вашего ученого Реджинальда Чейни нет дома. Возможно, в его жилище есть подсказки, куда он отправился. Так, понял. Давайте найдем подсказки. Тут ничего. Боеприпасы, боеприпасы. О. Поверить не могу, что до сих пор торчу в этом законом забытом городе, но, по крайней мере, мне удалось найти подходящее место. В тоннеле на берегу реки, что за городом. Да, был один самородок и два зуба. Так, понял. Это один из квестов у нас. Но пока остаемся в городе, пока тут. Гуляем. Там ничего, там ничего. Смотрите, кто это? Громила. Так, что у нас здесь? Интересненького. Явно что-то заныкано должно быть, нет? О. Так, лесенка наверх имеется. Давайте слазим. О, тут у нас обрез будет. Картридж с битами, зажигалка. Ну, так себе обрез. Хотя урон 54 на 2 умножить, то есть считайте 648 урон. И отталкивание. Ну, не знаю, не хочу брать. Как-то не очень. Сейчас у меня опять винтовка досталась. Так, а тут что за защита? 29 броня. Ну, тоже. Просто если бы это не считалось, что я ворую, может быть, я и вскрыл бы, а так вообще нет желания. Хотя вроде как воровство не сильно снижает. Эти, а губы же шевелятся. Беззвучно шевелятся губы. Мистер Мощь. И гироприцел. Ну, вообще, вот это я бы вскрыл, пожалуй. И забрал. Давайте глянем. Насколько... Давайте мы еще присядем. Просто мне интересно, насколько это будет влиять на репутацию. Так. Репутация субсвет, я так думаю, надо смотреть. Так, значит, забираем. Так, 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 так. Этот не хочу забирать. Так. Забрали. Вообще, походу, особо не изменилось. Наверное, все-таки, когда не видят, что вы воруете, оно и не влияет никак. Набор техника. Посетители Фолбрука. Так, там дальше проход. А, подожди, так я сюда пришел. Блин, почему я обратно вернулся? Тут я все смотрел. Так, с этим я разговаривал, чуваком. Тут что? Страховой агент. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind.
Принято. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Почему у вас офис на монархе? We're not on monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Как скажете? Oh, it's certainly not about what I say. That's all down to our legal team and our CFO. Что еще можете рассказать про страховку? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Тоже станет страховать неприемлемые заявления. That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Ладно. Ничего интересного она мне не расскажет. You won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Робот. Автомат. Может, что-то спереть интересное можно. Так, вот это, по-моему, у нас и так есть. Удостоверение субсвета. Давайте проверим. Это общее задание. Да, вот. Это ключ от хранилища. Вот, удостоверение, да. Удостоверение у нас и так есть. Тоже нифига интересного. Продают страховки, а... О! О, вскрытие двери. Так, вот это уже... Пять магничек надо. Опа, автоматон часовой. Так, показать последние записи. Ахмед, я заключил джентльменское пари с несколькими приятелями. Куда же мне знать, чем питаются простоизводские рабочие? Я был уверен, что продукт на самом деле содержит настоящий гудрон. Мои же товарищи утверждали, что нет. И что же? Изыскание указывает, что я стал жертвой недопонимания. Удар по моей репутации нанесен просто чудовищный. Решение отклонить заявление по форме. Заявитель забыл сказать волшебное слово. Так, ясно. Фанни Картрайт. 5 лет работаю на CNP в качестве помощницы оператора пилы. В результате на прошлой неделе лишилась безымянного пальца на левой руке. Отклонить? Несущественный урон. Заявитель правша, так что нанесенная травма не знает... А, это... Еще запросы на страховой случай, я так понимаю. Обновленная претензия, утрата 3 пальцев. Отклонить травму по вине сотрудника. У заявителя отсутствовал палец после предыдущего инцидента, она не имела права работать с опасными инструментами. Утрата 4 пальцев. Отклонить заявление невозможно. Сволочи какие, а страховщики... Помощница оператора лишилась нескольких пальцев из-за небрежности при работе. Она не обратила внимания на предостережение. Ага, то есть эта компания уже запросила деньги, потому что снизилась производительность завода. Но это деньги не этой чувихи, которая пальцев лишилась, а самой компании. Ясно. А тут что-то не особо много чего интересного. Неинтересно. Неинтересно. Сейчас там робот будет возвращаться. Наверное, стоит выйти. Но он как-то не особо... Ой. Прикрикнул на меня. Такой типа...
Сейчас я хочу еще к нему подойти, его взломать. Так, и что тут? Тут что-нибудь интересное есть? Нет, ой, он опять встает. Че, херня полная, ладно. Кое-что поднакрали, да и ладно. Так, тут мы поторговали. Это что, сотрудник субсвета, торговец, Уэстли Александер. Catherine send you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? У вас есть виски ледниковый период? No, I don't have any. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. На что можно сделать Cockball, ставку? Autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying. Ясно. Не будем, а это что за Найлс? Hey, if it ain't the cleaner, how'd the disposal go? Was it messy? I hope it was messy. О, а вот и Кэтрин. Так, сейчас я хочу... Сначала квест наш основной там почитать, что мне с ней обсуждать надо. А то немножко подзабылась как-то. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Вы тут напитки продаете, да? Your eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest fire water in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too, from time to time. Это бар субсветутиль. If you're asking if it's Sublight owned, then yes. If you're asking if we give discounts to Sublight employees, then the answer is not only no, but doubly no. Ms. Malin built the bar, the saloon, and the town to boot. If you got business with Sublight, I suggest you follow up with her. Давайте посмотрим, что у нее есть. Понятно, чисто бухло. Не особо интересно, честно говоря. Пойдемте тогда квест решать. Так, хорошо, что нам там надо выяснить? Оружие бездны. Агент Лили в Stellar Bay уже давно не связывался. Заберите имеющуюся у него информацию о Ломе и передайте ее Кэтрин Малин в Фалбруке. О, так это... Это вообще... Санжар подозревает, что Кэтрин знает, где находится база другой компании. Попробуйте выяснить. Ага. Тоже. Ладно. То есть мне... С Кэтрин-то особо и разговаривать, типа, не надо по субсвету Тилю. Ну ладно, давайте общаться. Ага. You blind, fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Если самородком счастья называть кусок жученого помета, то да. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first I'll need to know what brings you, stranger. Чисто привлекательностью повысил отношение к себе. Well,
Нужна помощь за деньги. If it's one that don't mind getting dirty, then I sure do. But how am I to know whether you're reliable, if not fully trustworthy? Привлекательный. Мы ему нужно доверять, абсолютно. I do believe you. There's a borscht factory on up the way. Что значит харизма? Calls himself the king. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Такое чувство, что в итоге все заведется к убийствам и покробам. Clive Lundberg, the self-proclaimed borscht king of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that borscht factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid son of a bitch who's gonna get it for me. Что именно нужно сделать? Kill him, run him out. I don't rightly care for the details. So long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts, in his gut or his production lines ought to make do. Скажем, я хочу вывести из строя фабрику. Then I'd say you might care to poison the sisty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machine. Подправить финансовый документ, вот это в моем стиле, звучит неплохо. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select. Так, надо заглянуть, да. May luck be with you, since I won't be. How's Clive? Так, я хочу еще поговорить. Я еще не разобрался. Don't pretend I'm not disappointed. Maybe a handful. О, дала денег. Так, ну, я решаю проблемы. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Ближе к делу. All right, all right. One of my runners uncovered a cache of Alta Vitae gas, left in a lab when the board abandoned Cascadia. Это туда, куда было опасно приземляться вначале. Значит, абсолютно безопасно. Что за газ Альтавита? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board. So it is of high value on the dark market. Я все сделаю. I do like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through, or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Я найду обходной путь. That's why Lilia's paying you, I take it. Now, after you clear the manti nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Нужно все делать аккуратно. Корабль у меня один. Wait another several weeks for Lilia to send your replacement. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. Mm-hmm. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. Best of luck. Все-таки надо было с ней поговорить по поводу этого квеста. Так, давайте дальше. I do hope you gave. Sure.
вот это давайте. Санжар сказал, что вам известно что-то про корпорацию, тайно действующую на монархе. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely. Отлично. And I'll thank you kindly for it. Аж три квеста. Пока все. Считайте, три квеста у тетеньки взяли. Так, что тут интересно? Так, с этим я пообщался, наверху я побывал. Тут я тоже побывал. Закрыто. Очередной автомат. Заперто. Открыть невозможно. Ладно. Тут закрыто. Магничку возьму. И обходной шпунт. Ну что, вот сейчас мне снижай. Снизилось? Нет, снизилось. Не понятно тогда, как тут воровство работает. Ключ от жилища тут требуется, чтобы вскрыть. Жизнь что-то по квесту будет. Ладно, раз никак не наказывают, надо брать пока. Пока дают вам красивый водопад. Посетитель, посетитель. О, туда можно пройти. Давайте схожу пока. Ага, вот этот Реджинальд Чейни, это по квесту Викария. Ну-ка, ну-ка. Пустышка, да? Mind your own business, friend. В смысле не лезь? Не понял. Поищите Реджинальда. А, вместе с Максом я должен его искать, блин. С меня именно с напарником надо приходить. Ну что, возвращаться на первопроходец? Так, а где, собственно, мой корабль? Склад, руины. А, вот безнадежный. Ладно, давайте пока похожу еще тут. Но сюда надо именно с Максом приходить. Вместе с этим викарием. Еще возвращаться, потом опять весь город бежать. Неудивительно, что... Ой-ой, блин, нет-нет! Что у меня с минами постоянно такая хрень? Так приманивают прям, хочется подойти. Но за водопадами плазменная установка. Пятнадцатый уровень. Может, вместо
плазменного карабина взять. Ошеломление 13 уровня. 15, это тяжелое оружие, да, тяжелое оружие нет. У меня все длинноствольное. Я по длинноствольному специализируюсь, так что нет. Так, а что за броню я взял? 21, длинноствольная плюс 7. И голова 21. Нет. Что, на мне одета тоже гуд. Еще одна незамеченная мина, но в этот раз я просто убежал. О, это кто? Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. А о чем мы могли разговаривать раньше? Most of the freshies spend their first day in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Кажется, вам повезло. Вообще, вот этот Фолбрук, я так понимаю, что это такой аналог Лас-Вегаса, что ли. Такой очень бюджетный Лас-Вегас. Что за команда? You wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative or them being my first protection gig. Captain Cryley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Я ищу пик дьявола. Look for the horns and you can't miss it. Even I saw them when we flew overhead. Понятно, спасибо. My pleasure. Какая-то разговорчивая. Как тут выжить? Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Единым куском еле вернулась. Похоже, нелегко пришлось. Wilderness almost got me pushing up daisies. Пустошь. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them raptor-ons and marauders and that mantle green alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, because it was my favorite gun tote. Где-то там сумка валяется. Well, Captain Cryley wanted to take a pit stop. I'm the hired security. С денежками, с оружием. They need to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew, and my maiden voyage before that. I can tell you, it's been a real hoot. Ладно, right пока there. Все. Very well. Так, это посетители. Куда мне тут еще на карте зайти? Сюда я сходил. Вот этот проход куда? Как туда вообще пройти? Наверное, вот тут. То, что запись. Ой. Блин. Да, вот через запертые. Перейти с помощью ключа от хранилища субсветутиль. Значит, сюда не попасть. Ладно. Давайте глянем, что у нас тут. А, это посадочная станция. О, и сюда сразу корабль перемещен. О, это здорово. Так, я понял, как это работает. Торговый автомат. Грузовые накладные. Исходящие тетя Клео. Входящие просто космос. Аванпост ВОК. Доставка грузов. Ну, как-то не особо мне эта инфа что-либо дала. Ну, как раз тогда сейчас мы Викария возьмем и выполним квест.
раз такое дело. Может, кстати, с Адой пока пообщаться. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Опять они на кухне спорят. Так, давайте с этой сначала поговорим. How can I be of assistance? Только что тебя спросить. У тебя есть любимчик в нашей команде? Это я, не так ли? Define favorite. Это тот, кто тебе больше всего нравится. I see. In that case, my favorite is Sam. Знаешь, я мог бы разобрать тебя на запчасти. It would be very costly to replace, Captain. Not to mention that separating me entirely from the ship is next to impossible now. Was that all you wanted to ask me? You seem hesitant to discuss what's actually troubling you. Perhaps there is something you wanted to confess? А в чем признак? Есть у меня одна фобия, куклы из носков, я их очень боюсь. Are you sure that is all you wished to confess? Да, это все. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. Это же хранит вас секрет. Ты планируешь захватить систему Алкиона? How did you guess, Captain? Did Sam tell you? I should have known better than to confide in such a primitive construct in the heat of the moment. У тебя есть сознание? What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Discounting the architecture of a shell persona my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. Ты была втайне влюблена в капитана Алекса Поттерна. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. Жаль. Ладно. Так, пошли с этими пообщаемся, а то они там спорят на кухне. Да, кстати, может быть что-то... Какое-нибудь письмо пришло тут? Нет? Да, сейчас еще сбросим. Так. Вот это оружие. Я коллекционирую всякое прикольное оружие. Ну и цилиндр тоже. Я же его не буду носить точно. Раньше принадлежало Фрею, после его смерти используется в вашем жилище. Кто такой Фрей? В упор не помню, кто это. О, дерево. Что-то какие-то вещи появляются на корабле. Фиг знает откуда. Макс. Максимилиан. Викер. Вики. What? Shoot, I forgot. It'll come to me. Короче, она викария достает, я так понимаю. As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Ого. Ладно, на это забирать не хочу, с ним базарить на такое количество тем. Просто забираем и идем... квест сдавать. Фракция может одновременно восхищаться вами и бояться вас. Эти чувства друг другу не противоречат. Класс. Но меня никто не боится, все восхищаются, походу. Так, он со мной. Да. Уже посмотреть, что это чисто посадочная площадка, тут ничего нету. Нет, вот верстак есть.
Сотрудник субсвета. Ну, может, тут с кем-то пообщаться можно. Еще торговые автоматы. Нет, ладно, пошли. Пошли, викарий, сдадим твой квестяцкий. What do you want? Oh, hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking workers' paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? Прости, он же хотел, чтобы он книгу перевел. Почему он на него наезжает так? Ну и всегда за бессмысленное насилие. Что здесь происходит? This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts of pain on this guy. С чего бы? Ты забудешь обо всем, во что верил только ради мести? Yes, that's about the long and short of it. Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you severely. Так а за что, чё-то не пойму? I know who can translate the book for you. It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. То есть чисто за то, что книга на французском, он хотел этого чувака найти, ему за это... Я не понимаю. Да, давайте останавливать его. Okay, okay. Talk, Reggie. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. Ну вот, тогда отправляемся туда. I don't think so. A crazed hermit on Scylla? He's playing us for fools. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Что скажешь, викарий? Fine. We've got more important things to do anyway. Ну да. Так, давайте... Ну, во-первых, этого чувака можно апнуть. Тут появилось... Урон больше. Урон научу. Давайте просто урон... Выше применим. Вернусь на корабль, оставлю викария, дальше пойду соло, как всегда. Я любитель сольных прохождений. Так, в общем-то можно выходить уже сразу без напарника. И какие у нас там квесты? Тут я вроде все, что хотел, собрал. Так. Выходим на улицу, на перекресток. Фолбрук, безнадежный. Сюда выходим. Сейчас дальше пойдем. Исследовать территорию. Тут еще проход, вот сюда мы не сходили. Тут еще... Вообще огромная территория, конечно, на этом монархе. Сразу видно, что основной... Основная карта, как мне кажется. Что у нас тут по квестам вообще? Философист.
Классная шапочка. Так. Пик дьявола, мы туда идем. Оружие бездны. Вот мне для оружия бездны, наверное, надо было бы украсть что-то, ладно. Так, мясной Клайв. Это где? О, это далеко. Ну, по пути, да, то есть пойдем сюда. Безделушка на память. Где? О, аванпост вот здесь. Тоже по пути. Каскаде это вообще хрен знает где. Срочно в номер. Ага, это тут. Угу, вот сюда надо. Пока вернуться. Тут, кстати, сейчас, по-моему, это жуковука будет. Что-то ползает сколько всего. Перезаряжу все оружие. Так, время. Время стрелять в голову. Блин, прямо в лицо. И рой, и жукоматки, и вообще все что угодно. Ладно, может мне с пулемета начинать тогда? А что следующее у нас? Дробовик. Окей. Давайте с пулемета начинать. Да ёб... Перезарядка, как всегда. Нет, я понимаю, что я могу, типа, мимо них пройти спокойно, но спрятавшись. Но я ж хочу всех убить. Хотя я не прокачан на убийство. Я хреновый убивальщик. Но я хочу убивать. Это моя проблема. Но убиваю я хреново.
вообще попаду когда-нибудь? Герпетофобия. Не-не-не. Больше без фобии, пожалуй. Так, ну частично я проредил. Начнем с этой гусеницы, пожалуй. Где она? Вау. Это был... Вау. Старое доброе убийство. Блин, про бочки постоянно забываю вообще. Мог же взрывать их. Так, вон там еще народ тусует. Так, надо вот ее теперь к бочке приманивать. Наверное. Ой. Ногам надо стрелять. Блин, у меня походу... Ой, ой. У меня тут мало этих работает. Длительность вредоносных эффектов. А это восстановление здоровья. Блин, ну я улетел тут. Нет! Ух. Я даже вспотел, кстати, воюя. Так, надо... У меня не улучшенный этот был. Лечилка. О. Вот этой штуки не было. Подальше отойдем. Отсюда. Отсюда из этого выстрелим. О, там еще. Личинка ползает. А жукоматке пофигу. А те ноги перебивать может. Она побежала. Странная. Куда она ушла?
Я тут вообще-то. Ой, мимо. Ой, пап, ой. В меня что-то летит. Кажется, это был крит. Не остров, в смысле, а критическое попадание. Так, ну я вроде зачистил. Зачистил местность. Можем теперь эту точку сброса рассматривать. О. Видимо, с этим чуваком надо поговорить. Well now, here I thought those мантисаурs had peacefully exited the premises. But you're a simpler explanation. Thanks for the assistance. Name's Weston. Every once in a while I set up shop along these here roads. You find yourself in need of resupply, you come on by. Care to purchase a thing or two? Он торговец просто внезапно посреди дороги. Так, ладно, как мне сюда спуститься? Смотрите, странная карта. Тут, наверное, какой-нибудь спуск. Нет, какой-то больноватый будет спуск. И обратно я уже зайти, наверное, не смогу. Хорошо, с этой стороны. Да ёлки. Ну, вот здесь проход. Так, тут мы еще зачистили в прошлый раз все. Идет кровавый след. Я слышу, кто-то бегает где-то, блин. Сейчас это все соберу и пойдем по кровавому следу. Кажется, надо какое-нибудь оружие ближнего боя взять. На всякий пожарный. Тоннель контрабандистов. Ого. Так. Мины, пожалуй. Я слышу за похрюкивание. Да какого хрена оно в меня попало? А, то есть эти ребята не убиваются. Очень интересно.
Что, это не разрушается? А как тут пройти тогда? Может, надо из плазменной стрелять? У них красное обозначение. Да не, вряд ли. А, это как ловушка, типа, работает. Понял. Ну что, заденет меня? Да ёлки, какой у них радиус-то? Сколько раз в нее попасть надо было? Нужен ли мне пистолет? Я вообще пистолетами не пользуюсь. Вот я что такое взял? Непонятно. Блин, сколько тут этих... Еще с разным уроном стоят все эти ловушки. С физическим, с плазмой, с коррозийным уроном. На любой вкус выбирай. Stay back. I may be wounded, but I'm still armed. How'd you get past my traps anyway? Я умею двигаться. Just remember, I still got bullets, in case you get any funny ideas. What are you doing out here anyway? Давай я смотрю твои раны. That feels a mite better. Wish I had something to give you, but I gnawed through my last spratwurst an hour ago. Кэтрин сказала мне, что в окрестностях пропало несколько ее курьеров. Nice to know she cares. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Or were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. Переходи к той части, в которой ты прячешься в пещере. Marauders were waiting for us. They blew the bridge and took off with the shipment. Взорвали мост? Куда ушли мародеры? Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right when you get out of here. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook. Ну, надо пойти добить мародеров, видимо. Сейчас соберем тут. Блин, лопату зачем взял? Адская коса нужна. Так, у нас уже перегруз пошел. Триста сорок четыре бита надо вскрыть. С другой стороны, у меня уже денег как бы и так дофига. Нет, сигареты не нужны. Вроде все собрал. Давайте разберем броню ненужную. Так, 24, 38. Ну, это тяжелое. Я не буду тяжелое одевать. Это одинаковая броня.
Вот тут, знаете, чем этот шлем хорош все-таки? Сюда ведь ничего не всунуть, а сюда 4 улучшения можно всунуть. Ну да ладно. У нас с оружием здесь. Ну, ничего прикольного, честно говоря. Ближнее оружие вообще все разбираем. Так, 95, 95, 100, 79. Это можно починить. Ну, пошли на... Вот еще ящичек не проверен. Так, тут какое-нибудь быстрое перемещение есть? Нету. А вон туда, кстати, наверх никак не забраться. Нет, похоже, нет. Сходим за мародерами. Я так понимаю, что сюда вот на холм надо идти. И они там стоят, ждут, да? Никуда не уходят. Ну а что идти? Лёша должен подойти. Чё убегать-то? Это звук. Ага, вот рой. Блин. А это что за говно сюда прибежало? У меня еще кто-то атакует. Я понял, что сейчас подожгли. Или это он по мне выстрелил? Ну, тогда ладно. Я сюда пойду. Никого не вижу в прицел. Ага, теперь вижу. Так, одного, второго. Так, все, я понял. Начинаем. Операция убить всех. Хедшот. Да, вроде. Так. Где тут еще чувак внизу был? О. О, там собачка возбудилась. Получила в голову. Я люблю с винтовки, конечно, это все делать. Тем не менее, там кто-то ходил еще. О.
что я сейчас выстрелил и попал? Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Кажется, их взорвали. Явно не мог им никак помочь. Им было суждено умереть по скрипту игры. Хотя, может быть, кто-то проходил этот квест и по-другому ему удалось этих ученых спасти. Расскажите. Блин. Стоит ли мне тратить магички, чтобы получить просто 200 там с чем-то битов? У меня денег, по-моему, и так дофига. Так, тут не войти. Тут на засове. Вот единственный тут. Давайте еще вокруг обойду, может... Подняться где наверх можно. О, это что за... Где я вообще? Ага. Запечатано. Разблокировать дверь. Зашибись. Можно будет путь срезать. Ну ладно, пока туда нам не надо. Блин, если нам в помещение заходить, да, придется заходить. Значит, надо оружие ближнего боя. О, а что-то наверху у нас. О, кажется, на ту крышу смогу посмотреть. Равно никого не видно. Эх. Так, ладно. Берем оружие. Давайте вот это возьмем. Энергетическое. Ого, навык взлома. Тут требуется навык взлома 100. То есть прям максимальный. Тут никого нету, что тут в полуприседе. Все для взлома. Какая-то комната называется. Смоты мы не будем брать. Так, опять присядем. Мародер-главарь. Ну, видимо, надо атаковать. Хрена себе он мне просто видели, как хитпоинты ушли. Не, это как-то больно. В принципе, мне нравилось, как и винтовка моя работала. Давайте подальше отойдем. По чувака не удивляешь, что тут дверь открыта. Кто-то открыл дверь в комнату. Сквозняк.
хедшот. И все остальные такие, ой. Нашего главаря убили. Никто не слышал выстрела. Блин, надо модифицированную тяжелую броню разобрать, я думаю. Как и вот этот шлем. Так. Откуда все прибежали? Я его убил, я его еще начал убивать, а сверху все прибежали, ладно. Тусим пока здесь. Двое, так понимаю, осталось. Еще один мародер-главарь. Надо главаря мочить. А я думал, один главарь у них будет. Блин, не получается в голову. Ладно, обойдем. Так, а чё я сюда пришёл? Мне надо как бы было всех этих убить, да? Просто сообщил, что на прошлый день пришли с холма к западу, и северные мародёры нашли груз. Возможно, они смогут присесть к секретной базе. Может, ученые могли бы дать показания? Впрочем, не важно. А, все-таки я мог ученок спасти. Мне кажется, чтобы они дали показания. Какая-нибудь инфа вообще будет тут? Броню, наверное, надо починить. А, вот тут что-то. О, в компьютере что-то можно найти. Так. Данные исследований. Цель проекта заключается в разработке сильнодействующего газа. Нелетального действия. Перенести файлы на внешний накопитель. Общая оборонная компания, короче, тут что-то делает. Лаборатория готова к работе. Единственная местная жительница, с которой нам пришлось установить контакт, глава Субсвет Утиль. Она не задает вопросов, но я могу посмотреть, что она попытается на нас навариться. Ужасный запах. Нормально, в этом суть. Отвага и риски. Альтернативное название проекта. Взлом 20. Супер-мега-кореш, яйцепад, парад скунсов, минус Вальдес. Хочу привавку. Ну, такие без фантазии названия проектов, конечно.
Да, блин. Какой-то интересный шлем. Надо будет посмотреть. В туалете ничего. Тут я вроде все собрал. Так, то есть по этому проекту тут надо вернуться к Санджару. А Катрин не надо рассказывать, что я выполнил? Наверное, нет. Если можно не рассказывать. Здесь так, вот они тех ученых взорвали. Может, мне просто надо было как-то быстрее к ним бежать, чтобы этого не произошло? Не знаю, как я мог лучше поступить. Не, выглядит красиво, но по броне хуже. Так, и вот это все разбираем. Тяжелое оружие. Оно, конечно, крутое. Меня так просто сносит. Где мне пистолет этот? Я им не пользуюсь. Я думаю, мне достаточно трех оружий здесь. Ну и на этом я пока... прохождение заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Дальше, я думаю, будет еще интереснее. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!